Всем привет! Продолжаем гулять по моему городу, Санкт-Петербургу. Доходный дом Рерберга, Высшее художественно-промышленное училище имени Мухина, корпус. Средной переулок 2, Чайковского 3 и Оружейников Федорова 4. Архитекторы Фуфаевский, год постройки 1900-й, стиль эклектика. Доходный дом Рерберг, 1900-й, архитектор Фуфаевский Леонид Леонидович. Частичная надстройка. 1908, архитектор Календа Петр Яковлевич. Полная надстройка, перестройка. Я зачитываю Википедию. Высшее художественное промышленное училище имени Мухина, корпус. 1870, ремонт, частичная реконструкция. В 1783 году участок получил архитектор Львов. Он начал строительство двухэтажного каменного дома. В 1786 участок купил отставной поручик Шепф Антон или Максим. Его сын Петр Максимович Шепф содержал в доме пансион для детей благородных родителей. В 1793 участок получил архитектор Львов. Он начал строительство двухэтажного каменного дома. В 1820 году владельцем дома числился титулярный советник Давид Иванович Висконти. В 1830 году Висконти производит небольшую перестройку дома. В доме снимал квартиру князь Лука Степанович Гедеанов. Поселился он здесь с дочерью солдата Авдотьи Антоновой. В 1833 году у них родился сын, будущий композитор Александр Порфирьевич Бородин. Его отцом был записан камердинер князя Порфирий Бородин. Бородин прожил в доме до 1839 года. Во второй половине 19 века домом владела купеческая жена Булина. В конце 1860-х в этом доме жил врач-окулист Эдуард Андреевич Юнги, организатор клиники глазных болезней при медико-хирургической академии. Позднее он переехал на Фурштадтскую. В 1899 году дом принадлежал Капиталине Ивановне Королевой. Здесь размещалась аптека Моисея Кайранского, партнерская мастерская Клушина и чайный магазин Надежды Лукницкой. В 1900-х годах, как я уже говорил, Фуфаевский производит частичную надстройку трех этажей для новой владелицы, жены штабс-капитана гвардии Роберг. В 1908, через 8 лет, по проекту Календы надстроены до 5 этажей все части дома, создана угловая часть башен. 10 лет с 1900 по 1910 годы домом владеет Елена Львовна Ветчинина, урожденная княгиня Голицына, во втором замужестве Бюллер. В 1900-х годах дом жил путешественник Григорий Ефимович Грум Гружемайло. В 1900-х квартире 18 жил Александр Сергеевич Ермолов. В 1917 году дом купил кандидат физико-математических наук Добрый. Здесь проживал Минкель де Константиновский, владелец доходного дома на Спасской улице. До этого шталмейстер Роберт Юльевич Минкельде, чиновник при дворе великого князя Константина Константиновича с женой Елизаветой Карловной, урожденной Винберг, и четырьмя детьми проживал в мраморном дворце. В 1925 в доме разместилась 5-я вспомогательная школа и детский дом. В 30-х годах был детский сад, а в 1970-х передали Высшему художественному промышленному училищу имени Мухины. Здесь также был в 1934-35 общежитие Ленинградского театрального института. Затем здесь было общежитие Ленинградского текстильного института имени Кирова. Это с 1937 по 1940 год. Ну вот так вкратце о доме, который находится на Средном переулке 2, Чайковского улица 3 и Оружейника Федорова 4. Пока-пока. Всего хорошего. До свидания. Yeah.